І на продовження теми про модні тенденції літнього сезону 2019 не можемо не згадати про аксесуари, які в теплу пору року стають особливо актуальними і стильним доповненням до будь-якого образу. Капелюхи, шовкові хустини, сонцезахисні окуляри – невід'ємні атрибути влітку. Не тільки врятують від спеки, а ще й зроблять вас стильною і красивою. Варто тільки знати, що обирати. І маємо нагоду запитати у власниці магазину аксесуарів Тетяни Тучі, які аксесуари будуть в тренді у цьому сезоні. Пані Тетяно, вітаємо вас у нашій студії. Добре утро. Що ж, дійсно, аксесуарів багато, однак треба виокремити, які будуть найактуальнішими у цьому сезоні, на що варто звернути увагу усім модницям і модникам нашої країни. Я бы хотела обратить внимание всех модников и модниц, конечно же, на солнцезащитные очки, потому что они мега актуальны как аксессуар, и головные уборы. Надо спрятать умную, красивую голову от солнышка, от его таких палючих лучей. Вот. И поэтому я считаю, что на самом деле это самый главный аксессуар сезона всегда. Солнцезащитные очки и головные уборы. Потому что благодаря этим аксессуарам можно кардинально изменить свой образ и поставить точку в образе. Це важливо. Так. Ну що ж, давайте тоді поговоримо про головні убори, які взагалі будуть у тренді у цьому сезоні. Перше, що приходить на думку, коли ми згадуємо про літо, так, це солом'яний капелюх. Однак, я впевнена, що ви дещо і розвінчаєте наші стереотипи. Які ще головні убори можна надягати на себе влітку? Ви знаєте, дуже багато є класифікацій головних уборів, які можна носити літом. Це шляпа-канотьє, це широкополая шляпа, це шляпа з средних полей, это шляпа Трилби, это шляпа Федора, и они каждая по-разному смотрится. Хотя кажется, что на самом деле летняя шляпа, она может быть одна. Нет, на самом деле их может быть много, и не каждый отвечает за свой стиль и за дополнение в образе. Так здається чоловікам, що може бути тільки один капелюх, а ми, жінки, знаємо, що їх досить багато. Конечно. Як підібрати правильний? Як знайти свій капелюх? Нужно учитывать размер головы, в первую очередь, да, чтобы подходила шляпа, садилась на голову по размеру, по объему головы. Вот. И, конечно же, по цветотипу, если мы говорим о цветных шляпах для девушки, блондинкам это более светлые тона, более такие спокойные тона, брюнеткам красный, фиолетовый. Угу. Здесь надо учитывать цветотип, одним словом. Да. Вот. Что касается самой формы, мега широкополая шляпа на низенькую девочку у нас не годится. Вот. Угу. Надо выбирать все-таки средние поля. И учитывать стиль. Стиль и моду, потому что сейчас модно не только там шляпы, а, например, козырьки очень актуальны. Они бывают разные, соломенные, из разных других материалов. Вот. Давайте поговоримо, зосередимо нашу увагу на матеріалах, на які варто звернути увагу, які будуть виглядати дійсно стильно і доречні до будь-якого образу. Ви знаєте, я, мабуть, покажу матеріали, чуть-чуть попозже, які, звісно, це солом'яні текстури, вони найлегші, вони комфортные для носки. Бывает нейлон, ткани, которые более синтетические, но они также очень комфортные и удобные. Нужно учитывать запросы и потребности. Для города, для режима города мы шляпу выбираем, или для режима отдыха, потому что если это режим отдыха, тогда мы выбираем для девушки шляпу максимально широкополую, для того, чтобы прикрывала максимально лицо и, возможно, плечи, чтобы не сгорали. Тем более, что сейчас в тренді дуже-очень великі такі широкополі шляпи. Ми згодом перейдемо на нашу іншу локацію. В мене буде змога приміряти ці усі капелюхи на собі і, можливо, навіть підібрати той, що буде личити. Давайте ще кілька слів пройдемося по додатковим аксесуарам. Я знаю, що не однією капелюх можна ще прикрасити якимись додатковими аксесуарами. Не тільки один капелюх одягти, можна квітку, наприклад, десь прикріпити. Кабріолет до капелюха теж дуже пасує, дійсно. Хороший аксессуар. Якась стрічка. Что вы скажете стосовно цього? Сейчас очень актуальные платочки всевозможные.
всевозможного. Так. Косынки, платочки, они носятся не только, их можно декорировать ими шляпы, также можно декорировать сумки, носить на волосах, носить на руках, на запястье руки. Это будет носить на джинсах, то есть если это платочки на шее также. Да? Ну, летом, может быть, чуть-чуть жарковато, вот, но в целом этим аксессуаром можно украшать также, как себя, такие изделия. Так, а з яких матеріалів мають бути ось ці хустини? Це обов'язково мають бути шовкові? Шовк, так, це шовк, або нілон, шовк. Ні, не обов'язково, це не повинні бути обов'язково натуральні ткані, тому що натуральні ткані не дуже сильно мнуться. Так. Вот. А синтетика, вона і естетично смотрится, і в то же время вона більш ноская, можна з ній поділати все, що хочеш. Що ж, нагоду маємо ми. Поробити, що хочемо, так? Так. Пані Тетяно, я запрошую вас на нашу локацію. Давайте оберемо ж капелюх. Зокрема, мені зараз маємо нагоду обрати капелюх. Ой, я ще не приміряла на літо і не знаю, в якому головному уборі проведу це літо. Тож, давайте зробимо це. Наприклад, якщо, виходячи з мого кольору типу, на які мені варто звернути увагу капелюхи? Ви знаєте, зараз дуже актуально, дуже хороше у вас красиве плаття. Вот, нужно обратить внимание, что актуально в этом сезоне монолук. Что такое монолук? Это когда мы выбираем красный купальник, красная шляпа, красные роговое оправа, очки или красная линза. Такое тоже может быть. Вот, я бы начала с этого. То есть, возьмем, например, у вас, представим, что у вас парео. Так. Вот такого алого цвета, да. Вы у нас брюнетка. Я предлагаю вам выбрать вот такого варианта шляпы. Ее можно носить как вот здесь вот у нас на макушке, также вот одевать чуть-чуть глубже, вот так, чтобы закрывать больше глаза от солнышка. Так, видите? А взагалі, які є способи носити правильно капелюх? Тому що я знаю, можна і ось так його... А от як вам нравиться, да? Саме тобто, що було удобно. Керуватися своїми якимись певними відчуттями і поглядами на те, абсолютно, як це має бути. Абсолютно, так. Тобі дуже пасує. Да, я би сразу сюди додавала, допустим, для завершення повного образу вашого сонцезащитні очки. Вот смотрите, вот конкретный total look, то есть розовые очки, как вам в розовых очках, кстати. Мир получше. Да, одразу заграв яскравими такими фарбами. Супер. Позитивно так стало. Посмішка на обличчі виникла, і не хочу сходити. Но я не зря вам дала сонцезащитні очки з такою прозрачною оправою. Я би хотіла обратити внимание наших телезрителей на то, що сонцезащитні очки для пляжа, а у нас пляжна шляпа зараз, це не городський стиль, повинні бути з третьої категорії защиты від сонця, і линза повинна бути гораздо темнее. Вона може бути і или вот такого, третья категория защиты от солнышка, вот такого сплошная линза, вот темненькая-темненькая, или с градиентом, но это тоже третья категория защиты. Все зависит от индивидуального восприятия. Но на море, на солнце мы выбираем всегда третью категорию защиты. Когда вы приходите в магазин, пожалуйста, уточните, какая категория защиты цих окулярах, які ви обрали. Тому що ми можемо хотіти бути дуже красивими і бачити себе в відражені зеркала, тому що в цих очках ви бачите себе тотально красивою, така, яка ви є. А ви не настільки ярко себе сприймаєте, як без них. Поэтому все-таки нужно учитывать рекомендации специалиста всегда и выбирать к месту и ко времени защитные очки. Такие очки – это больше имиджевый вариант, режим города, режим стиля. Так. Ну что ж, приятно действительно бачить свет в рожевых оттенках. Однако давайте примеряем еще какие-то. Если мы уже заговорили про окуляри, мы выявили то, что захист має бути, если это пляжный отпочинок, однако если в місті. На что взагалі звертати увагу, когда выбираешь окуляри? Як підібрати свою форму, наприклад? Самый главный критерий при выборе солнцезащитных очков – это, конечно же, посадка на носу. То есть очень важно отталкиваться. Очень часто вы меряете очки, и когда вот на переносится некомфортно, автоматически они вам уже не нравятся и не подходят. Ой, дуже комфортно. Вот, видите, вот так. Самое первое, значит, обратите внимание, что у нас очки сели правильно на переносице, по линии брови, по линии скулы. То есть они полностью повторяют, видите, повторяют полностью все эти черты по очертаниям. Тобто це моя форма.
Так, звісно. Варто звернути увагу на такі окуляри. Що стосується кольорів, я бачу, що вони не чорні, вони такого мого улюбленого, до речі, кольору фіолетового. Дівчатки, прошу зараз дуже уважно звернути ваше увагу на те, що у нас цветотип в брюнеточка, і вам підходить світлий оттінок кожи у вас, вам дуже добре підходить ось такий оттінок. Якщо я одену ці очки, вони не так красиво будуть дивитися на мене. Брюнеткам подходит холодная тона, блондинкам более теплая тона. Давайте примеряем сейчас и на вас. Да, вот например. Бачите, який у нас гарний контраст. Я брюнетка, ви блондинка. Можемо поекспериментувати і показати усі варіанти. Наприклад, навіть не ці, зараз. Хоча вам було досить красиво. Так, дивіться, от коричнева лінза. Так, гарно. Вот коричневая линза, да, вышукано. Да, коричневая линза, она больше подходит под мой тон лица и цвет волос. Это тоже очень важно учитывать. Так. Вот. И теперь на вас давайте. Давай, это подымусь. Ну, вам также хорошо. Да, вам также хорошо. Так. Однак, в принципі, можна зважати і керуватися ось такими критеріями, коли обираєш окуляри. Брюнетка чи блондинка, треба виходити зі свого... Я зараз вам покажу, як дивиться на мені, допустимо, ось ця оправа. Вона не настільки гармонічно дивиться, це дуже хороший пример, а як вона дивиться на вас, просто за счет того, що це холодний оттінок, а у мене цвітів весна. Так. А взагалі, от я подивилася на ці окуляри і зрозуміла, що б дуже хотілося ще одні окуляри і ще одні окуляри. Скільки має бути окулярів у жінки влітку? Значить, смотрите. Чи є мінімальний набір базовий? Я дуже часто слышу ответ такой, что, ой, я привыкла к одним очкам, и все, вот мне идут такие, и больше никакие я не подбираю. Сейчас телезрители, каждая узнает в себе вот такую девушку, что они выбирают, как правило, одну форму, одну модель, и если, не дай бог, что-то с ними случилось, все, потом это катастрофа, девушки ходят и ищут вот подобное, как было. Да. Как было. Но есть хорошие новости, девушки. Солнцезащитные очки бывают минимум 6-7 форм. И все эти формы вам могут подойти. Самый главный критерий при выборе солнцезащитных очков – это посадка на носу и ширина, ширина посадки по линии скулы. И, конечно, чтобы они не касались щечек. Смотрите, я вам сейчас покажу. У нас есть вот такая фэшн-классика. Такие солнцезащитные очки – могут подойти практически каждому. Это то, что должно быть. Классика. Есть форма стрекоза, Dragonfly. Видите, тут так. Они, вот давайте вы тоже примерите. Такая оригинальная форма. Да. Мне кажется, что не каждой девчине может пасувати такая форма. А вам идет. Но вот вам кажется, что не... А эти очки садятся на 8 из 10 девушек. И да, они смотрятся классно. То есть это такая достаточно распространенная и популярная форма окуляров. Просто мы привыкли, что это должно быть что-то маленькое, что-то такое вот аккуратненькое. Нет. Надо больше смелости, больше дерзости в выборе. Экспериментировать, не бояться экспериментов. Смотрите, круглые, да, очки маска. Ну, я вже собі обрала двоє окулярів, ось маю такої квадратної форми, більше круглої, заокругленої. Смотрите, очки маска, можете також примерити. Знову підходить до моєї сукні. Ну, це більше такий варіант, фешн-варіант, такі очки комфортні на віддіхі на воді, на яркому сонечку, тому що вони максимально закривають ваші очі від сонячних лучей. Уже три форми. Маска, класика, Dragonfly. Очки sci-fi. Форма sci-fi. Так. Вот такая вот узенькая форма, так же, примерьте. Ось такие окуляры. Это сразу сгадываю фильм «Матрица». Вот смотрите, опять же таки, они сели идеально у вас на переносе. Так. Это очки для стиля. Они очень сильно от солнца вас не спасут. Но если вы хотите дополнить свой образ и имидж, они будут идеальным дополнением. Чотири форми. Далі очки еліпс. Ну тут 100% має бути правильно підібраний образ до таких окулярів. Звісно, так. Звісно. Очки – це точка в образі. Це завжди точка в образі, це завершення стилю. І ми коли одягаємо, ми на вас зараз одягли шляпу, очки, і все, вже все по-другому заіграло. І вже не вистачало тільки купальника. І кабріолет. Так, як ми вже вирішили, це теж непоганий аксесуар на літо. Опять же таки, смотрите. Я прошу обратити увагу телезрителей на те, що ми одягаємо для вас любую форму солнцезащитных очков, и они все вам идут.
обратите на это внимание, что они все вам ведут. Они все вам ведут. Но я уверена, что у вас одна-две любимые формы, которые вы выбираете только. Вот и все, и кажется, что больше ничего. Я не могла не звернути увагу ще на ці окуляри. Мої любимі. Я ношу вот эти очки. Чи підійде така форма усім дівчатам? Чи це теж треба зважати на своє обличчя? Можна учитувати ширину лиця, переносицю, опять же. Вот смотрите, еще есть такая... Можно? Да. Нет, не сели, видите? Они по форме хорошо. Нет, снимите. Так. Нет, они идут вам, но здесь секрет в том, что нам нужно отрегулировать... носоупоры. Отрегулировать носоупоры, они быстренько тогда начинают нам подходить. То есть носоупоры всегда регулируем, вот эти штучки, они называются носоупоры, регулируем двумя пальчиками синхронно. У кого есть, можно их регулировать? Чи краще попросить консультанта в магазине, чтобы... Лучше консультанта, да. Но если вы чувствуете уверенность в своих руках, то можно их самостоятельно. Да. Якщо ми говорите, опять же таки, обратите внимание, что нам висели по линии бровей, по линии скулы. И это хорошие очки на очень яркое солнце. И мне кажется, что они универсальные, будут пасувати до будь-якого образу, так? Но если мы возьмем такую серьезную очень классику, то нет. Это больше... Они будут под casual стиль, под стрит-лук хорошо подходить. Под купальник. Под спортшик, да. Под купальник идеально будут подходить, да. Но это не строгая классика, да. Это тоже нужно учитывать. Чи правильно я зрозуміла, что в середньому достатньо трех окулярів на літо для того, щоб і комбінувати їх з різними образами і стилями, і цього вистачало потішити себе? Я думаю, 3-4 пари для... модницы может быть достаточно, может быть, но может и не быть, потому что может быть гораздо больше образов, стилей, которые носятся в повседневной жизни, и хочется их разбавлять все-таки правильным завершением этого образа. Все зависит от модницы. Да. Но так. Нужно, чтобы было как минимум две пары солнцезащитных очков. Девушки и парни, кстати, тоже услышьте, это очень важно, потому что очки мы можем уронить, утопить, сесть на них, они могут поломаться, самый неподходящий момент, не дай бог, но должны быть вторые запасные. Отличный выбор. Шляпа канатье. Прекрасно. Так і піду у цьому капелюсі з ефіру. Сергію, що ти скажеш? Як тобі наші образи? Що тобі сподобалося? Дякую вам, пані Тетяно, за рекомендації. Було дуже корисно. Я собі обрала вже кілька окулярів. А для Сережі теж є. Кілька капелюхів. І кілька капелюхів. Сергію, це для тебе підготували. Я потім вже примірю. Дуже вам дякуємо. Сьогодні гостем нашої студії була Тетяна Туча, засновниця магазину аксесуарів. Зрештою, так, ваші образи фантастичні, дуже вражають. Ну і, власне, я вас запрошую до себе, але вже одразу за мить.